Холодная погода с дождем им не помешала. Они все же пришли почтить память славного земляка в день его рождения. Около 50 активистов с флагами собрались в городском парке. Всех пришедших городской парк объединяла одна цель и идея – видеть свой город лучше, а власть справедливее. Я поддерживаю мнение горожан о скорейшем строительстве и законном строительстве в соответствии с законными процедурами памятника нашему генералу. Выкрикивая лозунги, колонна двинулась к месту, где память русского героя должна была быть увековечена. Но день рождения наступил, а вместо памятника только громкий скандал и неразбериха. Как только героя почтили минутой молчания, сразу заговорили о наболевшем. Представители разных движений решили принять резолюцию по вопросу строительства памятника Ермолову. Пункты о его установке в ближайшее время с соблюдением закона и о проведении прокурорской проверки оказались в ней не главными. Потребовать от Общественной палаты Орловской области публично раскрыть информацию о поступлении и расходовании денег, полученных в ходе сбора пожертвований на памятнике Ермолову. Резолюцию митинговавшие приняли. Теперь ее передадут в Общественную палату. Что в итоге будет с самим памятником и его установкой, пока не ясно. Во всяком случае, сегодня строительные работы в сквере Ермолова не велись. Ирина Комнатная, Денис Еременко для программы «Оперативный эфир».